В областном центре участились случаи участия ДТП с пешеходами. Накануне в Архангельске вновь был совершен наезд на пенсионерку и вновь с летальным исходом. Напомню, на перекрестке улиц Советская и Мещерского в Соломбале произошел наезд пазика на женщину. Она попала под колеса автобуса, начинавшего движение от остановки, и погибла на месте. С 10 по 15 октября 2014 года, можно даже это связывать в связи со снегопадами, которые появились в настоящий момент, да, прошли. Проезжая часть была заснежена, гололед, гололедица присутствовали. Значит, с 10 по 15 октября этого года 316 дорожно-транспортных происшествий всего произошло по городу Архангельску. В них пострадало 23 человека, один человек погиб. А 14 октября в полдень уже на перекрестке улиц Суфтинаева и Учейского автобус 70-го маршрута также совершил наезд на женщину. По словам очевидцев, пенсионерка пролетела около 10 метров. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. В карете скорой помощи у нее даже остановилось сердце. Открыта черепно-мозговая. Вот, ну, перелом черепа, много там всего. Внутренние органы без разрывов, но они-то ладно, их мозг, но мозг уже нет. Сейчас ей хуже стало. То есть, ну, она поступила, была более-менее так вот стабильно, а сейчас хуже стало. 30 сентября также пазик насмерть сбил женщину на перекрестке улиц Гагарина и проспекта Ломоносова. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Всего же с начала года на территории области зарегистрировано около 50 ДТП с участием автобусов. Три из них закончились летальным исходом. Ранены 50 человек, из них семеро детей.